Весь Андерс создал сказки для вас. Музей у нас полно экспонатов. Все эти предметы служили когда-то принцессам и принцам, и людям незнатным, и бравым солдатам, и дамам богатым. Об этих предметах историй забавных я множество знаю, и грустных, и славных. Нашли в этом месте, где счастье галоши, но счастье бывает тяжелым ношет. Волшебные спички, осталось их мало, почти все сгорели, и холодно стало. Кобылка-свинья, жадным людям подушка, иголка для штопки сломанной мышкой. А вот еще экспонат перед вами. Лежит на подушечке красной с кистями рассказ мой об этой горошине малой. Готовы? Ну, слушайте. Время настало. Я Оля Лукоя, всем детям знаком. Я зонтик раскрою, вам сон подарю. И в сказку любую попасть помогу. Вы ждете, когда же сказку начну? Ну что ж, мы отправляемся с вами в страну, где принц, королева живут и король. А у горошины главная роль. В одном волшебном королевстве давно жил был король, был грустным и печальным. Король скучает, он в печали, не зная, как ей поступить, кто во дворцовом тронном зале мог короля развеселить. О, великая богиня, королева красоты, самых лучших пожеланий в этот день достойна ты. Я факир восточный, знаю очень точно, что ты такого волшебства не видала никогда. Мне шах? Ах, как же быть?
защита королю. Ну, а я своя ладья вашего коня убью. Ровно год, как принц покинул отчий дом, свою страну и уехал на чужбину. Пешкой я вперед шагну, с дня на день он вернется, и причины не отпустить. Что ж, пожалуй, мне придется этого слона сразить. Снова шах. Вот незадача. Мат навис над королем. Коль я слона припрячу, путь к спасению найдем. Где мой слон? Да разве ж знаю, видно он давно убит. С вами больше не играю. Вы мошенник и бандит. Что я слышу, королева, как служанка говорит? А король-то слон на куче, невоспитанно храпит. Ваше Величество, добрая весть, сын ваш вернулся, он уже здесь. Слышите цокот копыт у ворот? Да, это он. А как славно поет. Здравствуйте, матушка! Как я рад встрече! Сын наш вернулся, зажгите все свечи! Здравствуй, мой мальчик! Ну вот ты и дома! Как здесь уютно, как все мне знакомо! Ваше Величество, сын наш подрос, я о женитьбе ставлю вопрос. Невесту давно подыскать уж пора. Прямо сейчас или все же с утра? Сколько ж ты, сын, посетил королевств? Сотню, наверное, видел невест. Ах, что же делать мне, друзья? История забавная. Исколесил полсвета я, искал невесту славную. Как много на земле принцесс со взглядами манящими. И вызывают интерес лишь только настоящие. Валял я долго дурака, искал себе красавицу, но сердце бедное пока никак не откликается. Ваша истерика, принц, непонятно. Кто же раньше времени вешает нос? Хочешь жениться? Мне очень приятно. Где же невеста твоя? Вот вопрос. Папа, невесту найти очень трудно. Это мучительно долгий процесс. Он же сказал, что объехал полсвета, но настоящих-то нету, принцесс. Одна помешалась на всем заграничном, другая мила, но порой эксцентрична, а третья мешаночка и сквернословка, четвертая очень подканула уловки, а пятая просто ханжа и врунишка. Зато наш сынок без изъянов парнишка. Слуги, скорее накрывайте на стол, гуся подавайте и мясо кусок, паштет из печенки и сладкий пирог, пудинги, фрукты, ликер на десерт. Славный получится нынче обед. Я обошел весь белый свет, чтобы найти твою маму, сынок. Но отыскать ее все же ты смог? Нет, твоя мать не была идеальна. Это же ведь глупо искать идеал. Мама капризливала и скандалила. Но ничего, я ее воспитала. Ах, как я устала. Проблемы решения мы завтра отыщем. Не утром, так днем. Ладно, тем более, что без сомнения нынче к согласию мы не придем. Раз уж на завтра вопрос отложился, доброй вам ночи, спокойных вам снов. Как хорошо, что сынок возродился, замок родной под родительский кров.